Диана Гудаевна Гурцкая родом из грузинского города Цухуми. Родилась 2 февраля в 1978 году. Она является дочкой работника шахты и учительницы. У нее есть двое братьев и одна сестра. Изначально о ее недуге глаз никто не догадывался. Только когда малышка упала с дивана, родители поняли, что с ней что-то не так. После осмотра у врача стало ясно, что у нее врожденная слепота. Болезнь при этом не сломила ее дух. Диана росла, как и другие дети, ей хотелось стать известной певицей. Ее рвение поддержала мама. В 8 лет Диана стала ученицей тбилисского интерната для незрячих и слабовидящих. Она активно принимала участие в конкурсах и научилась играть на фортепиано. В 10 лет выступала на сцене филармонии столицы Грузии. В 1995 году стала победительницей конкурса «Ялта-Москва-Транзит», презентовав песню «Тбилиса». Тогда же она познакомилась с Игорем Николаевым. После школы Диана с семьей переехала жить в Москву. Там она стала студенткой музыкального училища имени Гнесиных. Диплом она получила в 1999 году. Став дипломированным специалистом, Гурцкая начала активно заниматься своим продвижением в шоу-бизнесе. В 2000 году она выпустила первый альбом, сотрудничая со студией Арс. Работали над ним Челобанов и Игорь Николаев. Впоследствии эта команда занялась выпуском второй пластинки с названием «Ты знаешь, мама». Также Диана стала востребованным артистом. Она гастролировала по стране, пела в дуэтах с прославленными звездами эстрады. Это Иосиф Кобзон, Марк Тишман и многие другие знаменитые личности.